По традиции, митинг, посвященный началу учебного года, прошел в 38-й отдельной десантно-штурмовой бригаде рано утром. 2016-2017 для подразделения будет действительно насыщенным. Командованием перед соединением поставлены специальные задачи. Как-то у нас мероприятие из года в год имеет свойство увеличиться как по качеству, так и по количеству. Планируется в следующем году проверка 38-й бригады. Сейчас согласуются планы международного военного сотрудничества. Будут проводиться различного рода учения с воздушно-десантными войсками Российской Федерации. Будут проводиться учения с подразделениями ВДВ Народно-освободительной армии Китая. Ну, а также с другими странами прорабатываются вопросы. То есть вопросы международного военного сотрудничества сейчас находятся на линии согласования. Как сообщает официальный сайт Министерства обороны страны, главной задачей для вооруженных сил на 2016-2017 станет совершенствование уровня подготовки органов военного управления к выполнению задач по предназначению, освоение форм применения и способов действия войск в составе совместных подразделений с представителями Российской Федерации. Новый учебный год – это этап открытия для всех военнослужащих, особенно для молодого пополнения, которое совсем недавно прибыло в часть. Последние две недели в мою воинскую часть прибыло порядка 150 военнослужащих из других воинских частей. Основными задачами на ближайший месяц мы ставим это введение их в строй, знакомство с личным составом, также обучение и проведение мероприятий слаживания подразделений для того, чтобы повысить качество выполнения задач стаи батальона. Боевая учеба будет насыщена мероприятиями. Главным из них станет совместное стратегическое учение Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2017». Пройдет оно в сентябре на территории нашей страны.